Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня на обзоре у нас новинка от компании «Волжанка». Вот такие ручки для подсачника. «Волжанка Карбон Актив Комбо». Выпускаются в длинах 2 метра и 3 метра. Люди просили малую транспортную длину. Вот получили. Плюс при малой транспортной длине получили еще и несколько длин в придачу. Да? То есть, покупая эту рукоять, вы можете пользоваться вот в таком виде, навернув сюда, да, голову. И для ловли с лодки, например, да, либо в заброд, когда вы ловите в забродниках. Второй вариант, дальше третий вариант, четвертый. На каждую вы накручиваете вот так голову, все, и вот у вас жесткое крепление, отлично, все работает. Хотите так, вот, пожалуйста, так. Все то же самое в длине 3 метра. Ручки качественные, я сегодня одной уже попользовался, половил. На трехметровой, да, она чуть-чуть тяжеловата за счет вот большого количества вот этих металлических, возможно, там, ну и карбончик, естественно, не сильно дорогой, но она надежная, неприхотливая, недорогая очень, и плюс еще вы можете установить любую длину, которая вам нужна. Сейчас разберем, посмотрим рукояти, чуть-чуть потрясу их, увидите, какие они, в общем-то, на потрях. Да, давайте просто посмотрим. Итак, друзья, значит, двухметровая у меня ручка, «Волжанка Карбон Актив Комбо», такая телескопическая ручка небольшой транспортной длины. Ну, ощущается, что она просто жесткая, никакой сопли и близко нет. Видите, вот я как бы не тряс, ну, все она. Ну, маленькая, ну, двухметровая рукоять, как вы сами понимаете, мало шансов, что она будет прям вот какой-то колбасней. Ну, а вот трехметровая у меня в руках, смотрите, по ощущениям, ну да, она чуть-чуть потяжелее кажется, но все равно, ну, с моей точки зрения, абсолютно приемлемо. Но больше уже, конечно, ну, учитывая конструкцию, уже тяжеловато было бы держать в руках, ведь, ну да, жесткая, хорошо так подводить, ничего она не играет. Можно пакет прикормки положить, конечно, туда, смотрите. Ну, давайте вот так. Ну, я думаю, вы понимаете уже, что это от сопли или от шланга это далеко, и она абсолютно приемлема. Итак, друзья, посмотрели, думаю, понравилось. Действительно интересные ручки, приятные, функциональные. Имейте в виду, что на все рукояти для подсачника, любые удилища, купленные в магазине Multifish, мы даем бессрочную, пожизненную гарантию на заводской брак. По рукоятям поставляются вот в таком чехольчике, полиэтиленовом пакетике, так что там какого-то супер чехла не ждите, и это не будет подделкой, как я уже предвкушаю такие вопросы, а почему в пленке, да, вспомните, не знаю, кто знает, я думаю, подтвердит абсолютно точно, что, например, достаточно дорогие удилища, там, по 50 тысяч рублей от компании Maver, Freccia и тому подобное, они поставлялись в точности в таких же полиэтиленовых пакетиках, да, и никак иначе. Ну, в общем-то, расценивайте это как заботу о нас, потребителей, потому что, естественно, чем дешевле вот такой пакетик, тем меньше итоговая цена, и покупатель, в общем-то, будет мало, меньше будет платить. Поэтому здесь, в общем-то, производитель сэкономил, что, с моей точки зрения, и правильно сделал. Пожалуйста, поставьте лайк, пальчик вот такой нажмите под видео, кнопочку подписаться. Это большая просьба моя к вам. Всего вам доброго и до новых встреч.